Вот такой вопрос задал мне подписчик моего канала в Телеграм. Будет два скрина. Во-первых, никто не хочет наживать себе врагов на ровном месте. Если женщина узнает, что ваши друзья вам о ней что-то рассказали, то отношения у них с вероятностью 100% испортятся. Во-вторых, я практически уверен, что именно женщины запрещают мужчинам выдавать вам какую-то информацию. Женщина прекрасно понимает, что если она что-то расскажет про подругу, то подруга в отместку может рассказать что-то про нее. У каждой женщины в шкафу огромное количество скелетов, о которых мужчина, живущий с этой женщиной, даже не подозревает. В-третьих, они не знают, как вы на эту информацию отреагируете. Возможно, это не про вас, но некоторые мужчины реагируют очень агрессивно, когда им говорят какие-то неприятные вещи про бабу, с которой они спят. Ну и в-четвертых, никто не хочет брать на себя ответственность. Если после того, как человек вам что-то расскажет про женщину, вы решите с ней расстаться, то, возможно, он будет винить в этом себя.